жизнь. А, бля, у меня, по-моему, печать с собой даже нет. Похоже, а нет, то Рима есть, Хадира есть. Это с 25. Не, ну сказать честно. Бля, труднее всего это пожарник в 25-ке, не? Да ёх, хуйня там с порталами этими, это хуйня, ёх. Ну типа да, ну в актуальном. Ну типа, так как фулгерным рейдом идти, там похуй. А вот, блядь, пожарник там в любом шмоте, блядь. Там не морож. Требуется верификация сообщения хранителей Ульдуара. Хранители, печати. У нас нет времени разгадывать твои загадки, сбрендившая железка. Пусть моя судьба. Четыре хранителя Ульдуара. Фрея, Торин, Хадир и Мимирон. Печати являются частью... Там тупо тактику надо выполнять, блядь, на все 100. Дарью необходимы все 4 печати. И как нам получить эти печати? Улыбнуться и сказать «пожалуйста». Анализ статуса хранителей. Подождите. Найдены признаки поражения. Хранители подвержены влиянию извне. Печати повреждены. Но ведь должен быть способ очистить их, верно? Применение силы вызовет перезагрузку функций хранителей и их выход из-под внешнего влияния. Чтобы рассчитать угрозу возможного уничтожения печатей, мне необходимо проанализировать статус каждого хранителя. О результатах вы узнаете незамедлительно. Долгие годы я мечтал пройтись по залам титанов, но никак не думал, что мне придется воевать против их созданий. Привет! Удачи! Твёрже шаг! До скорой встречи! Вот! Это удачная находка! Вход невозможен. Недостаточно прав для доступа. Че без него убьем этого босса, ёпта мать. Поехали. Yeah.
Говорил вообще что? Я опять упал. Ну вот это хорошая шея. Не, у меня есть, я просто говорю, может кто будет собирать. Mm-hmm.
проломал все уже. Как бы, блядь, мобы контролят, и я хилить не могу, если ты куда-то спешишь. Я, блядь, буду резать нахуй больше, чем если бы мы били нормально, по порядку все. Что-то он начал подкидывать, и все, блядь, попадали на эти сукровы. Стоял ровно сзади, меня откинуло влево. Не знаю, что ты тут рассказываешь, какие-то сказки. Сори, я тут. Друзья твои, блин. Я тут хейм надо. Просто тоже можно в ДД, блять. Либо так. Серж опять куда-то уебал, короче, не знаю. ФК, наверное. Дайте каску подвести. ЕМК обнули. Побафнить. Каску дайте. Каску.
Да-да-да, слышал. Не знаю. А давай. Встаньте потом по рейнджу, блядь, что-то не было, как в тот раз меня ёбнуло молнией. Званные гости, вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Я пока не могу использовать эту способность.
Переходи, переходи, Триша. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Я тебе каплю дал. Бля, я уже был. Сейчас, бля, там не достаю, там посидывайся, я просто не достаю. И убил мою жену. Блин, кстати, вообще офигенная триня. На этого. На кота, короче, бисовая, да. Ну да, всех там РПГ нужен. Вот насчет ханта только не знаю. С ней как раз, короче, кап РПГ собираю. Я могу на рогу зайти и порезать хил, либо вар спекнется, варм снять. Филарезок, выгонём. Проще сразу зайти, блядь. Тут же есть. Я могу на рогу зайти. Не зарганёшь её без хилореза. Ночью. Я могу в лице похилить соло. Ты
О, мы не убьем без хилореза, тем более роста нет. Блять, я 100% сделаю. А если в инсте релогнусь, меня пустит, да? Он сказал, что 20 секунд био. Древние, дайте мне силы! Ренар. Он берегу, блядь. Ну ты слепой, рыбку, да. Что, ты не видел, что срываешь, или хуй знает?
Танк умер, блядь. Твоя смерть даст начало новой жизни. Это уже 7к для катайта, как-то вообще, мне кажется, мало нахуй. Могу подамажить одного босса. Нормально. Просто Олег хочет потанчить до йога. Что-то заебался. Ну подумаешь. Нифига себе, лог слабенького, кстати, довольно неплохо одет. Йо, нормально одет. Надо подождать. Я могу использовать эту способность. Рад был помочь. Рыба-то где? Я только сейчас заметил, что он там вообще и в ту сторону смотрел. Они не восприимчивы к таунту? Есть 15 минут. Засумоните меня. Я успел ТПшница вдал. Чтобы не сдохнуть. Тупой просто думает. Делать нехуй. Тут я. Маню. А пускай пока вы что-то до меня доколебал. Да. Согласен. Пускай.
Она не знает ротацию у меня. Чё за хуйня, чё рыбу нельзя есть? Сначала рыбу смыв, потом жертвенный огонь, потом только порчу. Сначала стрела тьмы, чтобы баф появился на 5% крита. Жертвенный огонь и порчу. Вроде так. Блокировал босс. Так вот. Куку Вася. Привет, Куку Вася. Она заблудилась там или хуй знает, вечно где-то тормозит. Сбеги, затимоньте меня. Сбеги. Стоп, болта была за этот бой. Ну, блять, у нее кат что там, 2 минуты длится этого болта. Она с ним пиздит, подожди. Дай им попиздить. Видишь? Они что-то затевают. Я понял. Вот тогда надо ждать. Ёб твою мать, заебал. Я её убил.
Экайся ты в этого, в кота я зайду, за лемом там гербуюсь. Твоей прислужнице нужна помощь. Завершай. Нам как раз гера не хватает, там лям остается у нее. Какой лям, блядь, меньше. Сейчас я резну столько. Меньше войда, в общем, чтоб ты дамажил. Даже я зашел, у меня аддон загружает. Я уже взял пасть. Каску мне дайте еще. Каску еще дайте. Каску, я дайте вместо кулака, зачем мне кулак? Туману каску. Ты каски это, просвещенные кулаки кресты раздал. Окей. Не, я буду в Леме, а три себя пускай в Холипале. Я понял. Да я просто сейчас так подкидываю, делать-то ничего. Да, ману регене. Идите, блядь, я побегу. Тактику изучает. А ты откуда знаешь алчопу? Замени ее, уже просто реально заебывает. Что времени нахуй ты идешь в этот рейд, блядь? Че ты так орешь, ё-моё. Не, ну бля, давайте я сейчас это иду покурю, похуй на всех. Ну так ты и так и делаешь. Лол, блядь. Опа. Блин, у нас сразу сова отвалился. Тупой, понимаешь? Просто под трэш хуярит Starfall.
принципе, у нас Рога отвалился. Ну и все это же. Думал, сама ушла. Обидели ее, вот она и ухнулась. Всякие трисы ей обижают, блин. То, что она баба, мне похуй вообще, понял? Не, если ну я-то понимаю, у тебя-то бабы нету, то... Причем здесь это, ты мыслишь как дурачок, я тебе отвечаю. Нет, ты просто понимаешь, что жизнь у тебя уже накатилась, ты будешь один. Поэтому тебе похуй на баб. Вы можете там жопы целовать, мне не знаю, что хотите делать. Да ты становишься как Джерил. Что, неправду говорил, что ли? Даст начало новой жизни. Че бой висит, не идти? Блять. Всем здорово. Да. Заходи. Нет, у меня только ДК, Пал и Хант. Пять и семь с Равеном. Ставьте мамонт. Падает. Я Машу, блин, обидел сегодня. Не знаю, он... Машу вообще не трогал, что вы доебались до меня. Она же до тебя доебалась, ты сказал, что она наполовину хил только. Войт. Брат, это АДК хороший. Или Каноба позовите. Этот, Войт, вопрос такой, что мне на чилс собирать АДК или нет? Или ты не возьмешь меня в АДК? Где Серж? Возьмите сюрпризы или кого-то. Что, ДД надо? Я могу на ДК зайти. Плюс они войдом возьмут. Нормально это подудит в этот горн. Давно был. Ну, не особо. Не особо тупой. Да, я фуловый. Давай.
давай попробуем зергануть последний раз. Блять, у нас вар умрет через 10 секунд боя, там не знаю, что еще хватит. Давайте... А чего сделаем, дровосяд? Нет, ничего не прилетало. Но я уже почти долетел. Да. Может, пускай. Куда портоваться? Я только тут был недавно. Куда он опять съебал? Вот поставил он-то. Рыбу поставил. Блять, сядьте на маунт. Это нету регов, блять, на каске. Мысли камнем. Долоран, что ли, портанулся? Чё, купил? Нет. Всё. Спасибо. А нахуя он пошёл в Долоран? Он дебил, реально. Отвечал что-то, блять. Кстати, а чем ее зергом не убили? Нахуя он полетел в Долоран? Он может ответить или нет, блять, вразумительно. Ну это пиздец, это я не знаю, чем... Это Куку Вася, отвечаю, блядь.